Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается выбора из двух мужчин. Автор вопроса затрудняется выбрать. Она говорит, кого выбрать. К твоему парню много обид, много сил стоит отношения, и вообще можно ли все склеить, или это просто созависимые отношения, а не чувства. Либо же думать о дочке, что ей будет лучше, если я выйду со вторым новым мужчиной. Значит, смотрите, вы, на мой взгляд, выстраиваете невротические отношения с обоими, вот. Потому что, по моему мнению, я заранее извиняюсь за то, что вам, скорее всего, это будет неприятно слышать, но вот, я должен это сказать, да, вот, на мой взгляд, вы не испытываете любви ни к одному, ни к другому мужчине. Вот, обоих мужчин вы воспринимаете как возможность, как средство закрыть какую-то свою потребность. Вот. Что? С первым человеком. Вот. Что со вторым человеком, вот. Поэтому, на мой взгляд, вы сомневаетесь, ну вот, опять же, не просто так, на мой взгляд, вы сомневаетесь именно потому, что у вас нет чувств, да, вот, к, ну, к мужчинам. Вот, к какому-либо мужчине у вас нет чувств, таких вот именно чувств любви, нет. Вот, есть просто вот то, что вы можете, ну, получить, как бы, находясь с кем-то из них, вот. И, на мой взгляд, это невротичное отношение. Вот, которые в любом случае делают вас несвободным, в любом случае делают вас несвободным, вот, в любом случае делают вас ущемленным, что с первым, что со вторым. Поэтому я думаю, что вам действительно имеет смысл поработать с обидами. На самом деле, поработать с обидами, вот, проработать их, чтобы они вам не мешали, да, чтобы они не отправляли вам вашу жизнь. Вот, и тогда, на мой взгляд, вы сможете увидеть вот то, что же, собственно, вы чувствуете к, ну, к первому и ко второму мужчине. Сейчас вам это мешает, на мой взгляд, сделать именно обиды. Именно ваши обиды вам сейчас, на мой взгляд, мешают это сделать. Вот, поэтому мы можем помочь вам эти обиды прожить, мы можем помочь вам научиться опираться на себя, да, то есть, ну, чтобы вы на себя опирались, именно вот, именно в контексте взаимодействия с мужчинами, чтобы вы не искали, на кого бы вам опереться, потому что сейчас, ну, на мой взгляд, ваш выбор сводится к тому, по сути,
какой, значит, ну, костыль мне выбрать, да, то есть на какой костыль мне опереться. Вот, само собой, что хорошего в этом для вас ничего нет, и, в принципе, ну, быть не может. Вот. Отсюда ваши сомнения. Вот, поэтому и самостоятельной позиции, с позиции, вот, где вы самостоятельно, где вы самодостаточны, где вы сами себя обеспечиваете, где вы ни от кого не зависите, вот эта позиция, она, на мой взгляд, куда более свободна в плане выбора. Вот. Сейчас, по сути, вы выбираете не человека, а условия. Вот. И, конечно, вот, ну, вам от этого, мягко говоря, нехорошо. То есть вам от этого, мягко говоря, неспокойно. Ну, вот. Потому что, ну, гарантии-то никто дать не может, да, как бы. Ну, вот. И, естественно, вы волнуетесь, да, естественно, вы переживаете, естественно, вы беспокоитесь. Вот. Так что я думаю, вот примерно такой ответ вам можно здесь дать. Любые сомнения, вот, которые у вас есть, они трактуются именно в пользу несовершенного выбора, они трактуются в пользу не нахождения с человеком, вот, то есть любые сомнения трактуются вот, как раз таки в пользу того, что не нужно находиться с этим человеком. Вот. Я бы сказал, что вы как-то вот, себя, на мой взгляд, довольно сильно обесцениваете. Вот. И я бы сказал, что вы к себе как-то вот относитесь очень, ну, посредственно, что ли, думаю, что не справитесь с какими-то вызовами, которые, которые вас, ну, поджидают, скажем так, вот, и боитесь не справиться. Вот. Всегда же, да, примешивается чувство вины, вот. То есть вы склонны себя виноватить, вот, возможно, вы чувствуете себя виноватой перед дочерью, вот, своей, то есть, ну, вот, чувствуете себя, ну, должной ей, дочери вашей, вот, и так далее. Пока вот это. То есть есть, есть такое чувство, что вы как-то вот склонны идти против, ну, против себя. Есть такое чувство, что вы склонны вот как-то игнорировать, ну, свои какие-то чувства, да, вот склонны вы не прислушиваться вот, к себе самой, да. Ну, возможно, ища какой-то идеальный вариант, вот,
пытаюсь его найти. Вот. Но, наверное, правда заключается в том, что не найдете вы этот идеальный вариант, потому что в любом варианте будут какие-то изъяны всегда. Вот. Особенно вот если вы пытаетесь, да, по сути, значит, в человеке как-то вот опору найти на постоянной основе, например. Вот, то есть это, ну, вот, в данном случае для вас это является самым таким, ну, самым болезненным, пожалуй. Вот, самым болезненным элементом для вас это является, вот, потому что это наносит оттенок, да, это наносит отпечаток на то, как вы выстраиваете взаимодействие с людьми, с мужчинами. Вот. Такой ответ я могу вам дать с точки зрения, значит, психологии, с точки зрения психотерапии. Вот. Конечно, вы можете сделать довольно простую вещь, да. Вот. Вы можете просто подумать о человеке, да, то есть, ну, о конкретном, можете подумать о мужчине, например. Вот. Представить его, допустим. Вот, вы можете представить его и прислушаться к своим чувствам, вот, ну, вот, прислушаться к своим ощущениям, да, вот, как вот мне откликается там первый мужчина, как мне откликается второй мужчина, и, соответственно, уже, ну, исходя из этого уже предпринимать какие-то шаги, да, можете сделать, в принципе, и так. Вот. Вопрос, конечно, заключается в том, насколько это будет эффективно для вас. Вот. Ну, на мой взгляд, это не эффективно, от слова совсем. А на мой взгляд, это вредно, это очень вредное поведение, ну и на мой взгляд, вот, по моему мнению, так, просто, ну, вы ввергаете себя, да, в зависимости от людей, и все, и потом у вас просто получается накапливаются обиды, само собой, разумеется, потому что, ну, а как иначе, да, как, ну, как по-другому, то есть, если я не свободна, да, то обиды — это неотъемлемая такая, получается, часть меня, да, и недовольство, и так далее. То есть, вот, и ваша тревожность, она вот как раз связана с этим, на мой взгляд. Вот, поэтому выбирать никого не надо, нужно больше внимания обращать на себя, и вот учиться независимости, учиться опираться на себя, работать с самооценкой, вот, страхами, которые у вас
Ну, на мой взгляд, присутствует в достаточно сильной форме, хотя об этом не пишется, да, но вот, на мой взгляд, они есть. Вот. И дальше уже, я думаю, будет понятно. Вполне возможно, что кого-то вы выберете, да, то есть, ну, какого-то мужчину, да, вполне возможно, что вы выберете из этого состояния более свободного, когда вы не будете прям так вот эмоционально, да, зависеть там от кого-то. Вот. такой вот момент. Еще хочется обратить ваше внимание на то, что, ну, как-то вот так получается, что мужчины, с которыми вы взаимодействуете, да, как-то они вот сильно старше вас получается. То есть, и первый, да, мужчина сильно старше вас, и второй мужчина тоже сильно старше вас. То есть вот этот момент тоже довольно-таки такой, ну, бросающийся, скажем так, глаза. Вот, и это тоже то, на мой взгляд, что нужно преследовать, то, что, на мой взгляд, нужно посмотреть, потому что от этого зависит, собственно, также то, как вы, ну, как вы выстраиваете взаимодействие с мужчинами, с какой позиции. Ну вот, потому что если у вас присутствует деструкция, например, если вы с мужчинами взаимодействуете из детского эго состояния, да, вот, то само собой, что они будут вести себя как родители, парни, по отношению к вам, и как бы отношения будут, ну, развиваться по деструктивному сценарию, по негативному сценарию, вот, и, в общем-то, вы будете в любом случае сталкиваться с негативом, вот, так или иначе, с кем угодно. Вот, хочется еще спросить у вас, вот, как вы, ну, сами думаете, именно вы сами, как считаете, выбирать между, ну, мужчинами, да, это нормально, вот, как вы сами думаете, вот, для вас это вообще как, потому что если вдруг для вас это нормально, вот, опять же, нужно действовать, исходя из своих, значит, ну, приоритетов, скажем так. Вот, приоритеты вам, это вот то, что для вас на первом месте важно, да, то, что для вас на втором месте, и так далее. Вот, какая-то такая история в данном случае, и, соответственно, опять же, на данный момент нет идей, да, как у вас иерархия ценностей расположена, то есть, как она у вас работает, вот. И, соответственно, сложно помочь, потому что пока с иерархией ценностей вот, мы не разберемся, да, пока не увидим вот приоритеты ваши, условно говоря, там, от и до, грубо говоря, от и до, пока приоритеты ваши не увидим, вот, то будет, на мой взгляд, довольно сложно, опять же, что-либо сказать вам. Вот. Просто потому, что это больше будет похоже на, ну, на гадание. На гадание, на кофейный гусь. Вот. Чего бы мне не хотелось, например. А как-то так.
Я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Я буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Вот. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи, вы большая молодец, что решили обратиться за помощью. Вот. Большая молодец, что решили обсудить эту проблему. Вот. Теперь нужно сделать следующий шаг, это выбрать психолога, начать психотерапию, вот, и разобраться в себе и дальше уже жить свободно, независимо от того, с кем вы, грубо говоря, находитесь, ну, рядом. Вот, всего вам самого доброго.